Вы смотрите новости онлайн. В своем интервью «Спутник» известный музыкальный исполнитель Сергей Пенкин негативно отозвался о музыкальном творчестве Ольги Бузовой, обозвав это как «дурдомом на выезде». Сергей Пенкин – советский и российский певец, актер и композитор. Музыкальный эрудит знаменит не только как золотой голос России диапазона в 4 октавы, но и своим экстравагантным поведением, а также человеком, который сам себя сделал. По его мнению, в последнее время люди все чаще начинают делать то, чего не умеют, ярким примером чего является музыкальная деятельность звезды телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой. Он считает, что после распада Советского Союза телевизионные каналы захлестнул поток вульгарности. Ведь люди в жажде заработать денег забывают даже, что означает совесть. А все это видят и впитывают дети, которые вырастают на этой халтуре. Ольга Бузова, бывшая участница и телеведущая реалити-шоу «Дом-2», в последнее время занялась музыкальной карьерой и набирает популярность как певица. Она активно гастролирует и уже установила рекорд на русском iTunes. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!